Чебоксарах вынесли приговор бывшему преподавателю музыкального училища. Он был признан виновным в получении взятки. Педагог назначал цену своим отметкам. Так, за отлично он просил 700 рублей. За хорошо 600, за удовлетворительно 500. Но что особенно обидно, после получения взятки ставил оценки по своему усмотрению. Приговором Московского районного суда города Чебоксары бывший преподаватель Чебоксарского музыкального училища признан виновным по 14 эпизодам получения взяток. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 31 500 рублей. Также он на 3 года лишен права заниматься преподавательской деятельностью. Следствием и судом установлено, что в период с 21 по 26 декабря 2013 года в столице республики злоумышленник через третьекурсника этого же училища получил от 14 студентов первого и третьего курсов указанного учебного заведения взятки в размере от 500 до 700 рублей на общую сумму свыше 10 тысяч рублей за незаконное получение ими положительных оценок на зачетах по дисциплинам, которые он преподавал без их фактического проведения. Приговор еще не вступил в законную силу.